рождению собака принадлежит к стихии большой земли. Ее сила огромна, как Гималаи. Своей энергией она крепко держит равновесие в природе. В зодиакальном круге из 12 животных собака – это тот самый пуп земли. Она умна, иронична, имеет высокие интеллектуальные способности, логический ум и прямолинейное мышление. Годы собаки. 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. Смотрите далее. Смогла ли крыса спасти собаку? Он остался ребенком и в 40, и в 50 лет. Говорят, что на долю людей, родившихся в год собаки, в детском возрасте выпадает множество испытаний, которые они терпеливо переносят. Так было и в жизни Майкла. Он был 7-м из 9 детей Джозефа Джексона, человека грубого, жестокого и одержимого жаждой власти. Он мечтал о независимости, об освобождении от навязчивой опеки родителей. Мечтал доказать, что он может быть первым. Его отец, Джозеф Джексон, он был категорически против на первоначальном этапе, чтобы Майкл каким-то образом там выступал на сцене, да, проявлял себя как артист. Отец, опять же, который как Карабас-Барабас из своих детишек стремился выкачать массу денег. Соответственно, это лишило Майкла Джексона детства, и как результат это заставило его искать это самое свое детство всю жизнь. 80-е годы 20 века – золотая эпоха Майкла Джексона. Но 27 января 1984 года случилось нечто, навсегда изменившее жизнь короля мировой поп-музыки. Съемки рекламного ролика «Пепси». Режиссер просит сделать шаг в сторону. Мгновение, и волосы Джексона вспыхивают. Рядом находилась пиротехническая установка. Ожоги третьей степени, пластические операции и дикие боли. Стресс от случившегося несчастья спровоцировал развитие витилиго, нарушение пигментации кожи. Хотя там во многих интервью Майкл говорил, что это всего лишь там болезнь, витилиго – это вынужденная мера, да. Там биографы Майкла Джексона связывают вот эту вот маниакальную страсть к пластическим операциям именно с тем, что Майкл говорил, что я не хотел просто быть похожим на своего отца. В итоге из больницы Майкл вышел совершенно другим человеком. Черная шляпа, грим, он сильно похудел и больше не ел мяса. Майкл Джексон бесспорно ненормальный человек. Это парень, у которого было дикое количество каких-то зашкаливающих комплексов, патологии и всего остального. С точки зрения цветистости вот этого букета всевозможных комплексов, маний, заболеваний душевных и так далее, Майклу Джексону равных не было. И еще. Майкл по-прежнему оставался добрым и щедрым. В больнице он посетил детское ожоговое отделение и передал туда $1,5 миллиона. Это стало началом огромной благотворительной деятельности Джексона, которую он не прекращал до конца своих дней. Он много занимался проблемами детей, в частности, детей в беднейших странах. В этом смысле я бы сказал, что он себя проявил как настоящая собака. Многочасовые репетиции обычно заканчивались поздно ночью. В это время, когда обычные люди уже спят, обессилевший Майкл только приезжал домой. Уставшему и возбужденному после длительной работы ему смертельно хотелось спать. Но организм от переутомления сон не принимал. Не помогали и таблетки. Чудовищная усталость стала его постоянным спутником. Это должен быть надлом какой-то душевный, какая-то трагедия. Понимаете, чем больше надлом у человека, тем больше он артист. Тем больше у него есть чем поделиться. Тем больше он Майкл Джексон, понимаете, в какой-то степени. И все же в душе Майкл всегда оставался ребенком. Дети были частыми гостями на его ранчо. Только детям он верил и только от них не ожидал подлости. Человеку, рожденному в год собаки, труднее всего понять и принять предательство. Кроме того, нередко собака вступает в бой с несправедливостью сгоряча, не слишком разобравшись в ситуации. И это делает ее источником конфликтов и ссор.
И вот в 1993 году нашлись желающие заработать на скандале вокруг имени Джексона. Майклу было предъявлено обвинение в совращении 13-летнего мальчика. По прошествии 10 лет в 2003 году против Майкла раздувают еще одно подобное дело. Разговоры о педофилии, о том, что он окружал себя маленькими мальчиками и девочками, там, и часами играл с ними в игрушки, иногда, значит, спал с ними в кроватке и прочее, и прочее. На мой взгляд, это все имеет не сексуальную, а совершенно иную подоплеку. Майкл Джексон просто хотел быть ребенком. И в 40, и в 50 лет. В марте 2009 года он объявляет о том, что собирается дать последнюю серию концертов в Лондоне. Это был его шанс заработать деньги, ведь многолетние судебные тяжбы его полностью разорили. Утром 25 июня 2009 года Конрад Мюррей сделал Майклу Джексону инъекцию пропофола и отошел. Примерно через 2 часа Мюррей вернулся и увидел своего пациента лежащим на кровати с широко открытыми глазами и ртом. Врач попытался реанимировать певца, но попытки не увенчались успехом. Мир потрясла новость о смерти поп-иконы. Многие до последнего не верили, предполагая, что это новый трюк или пиар-ход с участием Майкла. Вы знаете, я бы, конечно, бы очень хотел, чтобы это был пиар-ход, потому что это был бы еще один такой невероятный какой-то, да даже невозможно сказать, скандал. Вот. Но многие этого и ждали, и ждут до сих пор, что вот может быть это пиар. Джексон с детства был одержим идеей о том, что он уже умер, едва появившись на свет. Эта мысль странным образом сочеталась со страхом смерти. Ведь всем известно, что Майкл соблюдал строгий режим и мечтал прожить, по крайней мере, 150 лет. Трагическая судьба великого артиста как нельзя лучше иллюстрирует тот факт, что люди часто не способны по заслугам оценить настоящую преданность собаке. У рожденных в год собаки очень острый нюх. На любовь, на измену, на красоту, на богатство и удачу. Они чутко реагируют на страдания близких и готовы в любой момент прийти на помощь. Но в общении с собаками важно помнить, что эти люди не переносят лицемерия. Подозрительного собеседника они обязательно облают или укусят. Но собака, без сомнения, самый верный друг для хорошего, искреннего и честного человека.